18 февраля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в панельном обсуждении, посвященном вопросам сотрудничества и проблемам в Евразии. Как сообщает специальный корреспондент Азертач, в мероприятии принимали участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Глава государства выступил на панельном обсуждении, а затем ответил на вопросы.